Я прибавил,
Мараму. Как вы думаете, что мы сейчас будем исполнять? Посмотрели, правильно. Следующая композиция, ребята. Ну, а многих из вас, кто качает музыку из интернета, там фильмы всякие стороны, да? Ну, кто качает? Поднимите руки, кто качает? Вот, сразу раскрываешься, порнуха, ну что ты, ну. Фильмы порнографического характера. Ну, правильно, зато честно, правильно Макс говорит. Окей, так, ребята, все вы пираты, пираты 21 века. Thank you.
честный ответ одиночество. А потом, когда наоборот, когда третий, потом вторая. Следующая композиция, она относительно новая. Мы ее придумали совершенно недавно. Вчера. Не, на самом деле не вчера, но позавчера. Она о самом важном, о самом важном времени в нашей жизни, о детстве, ребята. Поехали. Три простого, как микрорайона. На территории, по-моему, чем от земля.
Что, ребят, не устали там еще? Как обещал, два альбома еще. На бэке. Одна из... А у нас одна еще первые три группы. Мастера не было, да? Нет, нет. Мастер был на микрофоне, на локальном. Там провод. А теперь все дружно попрыгаем под эту композицию. Готовы? Шампань. Под нашу последнюю композицию. Которую уже неоднократно мы играли на бис на всевозможных фестивалях. Она называется «Белла Чао». Даже дядька сделал.